Маловато, наверное, будет. Все-таки два, наверное. Ну, нормально. Let's get to the point. Прежде всего, соответственно, мышцы кора, да, также косые мышцы живота, но при этом и упражнение довольно-таки непростое, то есть ты стоишь в планке, то есть уже себе идет нагрузка, то есть крутишь, соответственно, также мышцы и верхней части тела, и грудь, плечи, и руки, при этом ты держишь равновесие, то есть ноги также задействованы. Еще раз говорю, очень хорошее упражнение. Лучшие годы, лет, наверное, 15-13 назад, да, приседал в свое время много, там, 180-190 приседал, но сейчас, конечно, такими сами уже не работаю, не приседаю, и на самом деле, в принципе, это сейчас и не нужно, по большому счету. И ничего страшного, все равно. Главное, что продолжаем работать, не унываем, это самое главное. Отец, он в прошлом тяжелоатлет, и, наверное, вот когда еще был маленький, он меня с собой частенько брал в зал, и я ходил и смотрел, как здоровые мужики там тягают гнут железо, и, наверное, тех вот, да, юных скелетов, наверное, мне так все понравилось, и, можно сказать, я на это подсел. По возможности стараюсь ходить раза 4 в неделю. Как бы, ну, в принципе, это оптимально, я считаю, достаточно. В здоровом теле, здоровый дух. Поэтому говорю, любите спорт, берегите себя и никогда не унывайте.